Так, в левом нижнем углу вот он Сатурн. 15 августа 2020 год. В Харькове, по крайней мере, 20:25 по Киеву. И время у нас. И Сатурн поднимается над горизонтом. Видно по наклону. Еще, можно сказать, сумерки. Дадим возможность Сатурну самому в кадр влезть, вползти, вцарапаться. Небо не особо чистое, да, Юпитер, ой, господи, да, Сатурна сейчас 1 миллиард 360 уже, по-моему, миллионов километров. И отвечая на вопросы Титане в комментариях, не вижу я даже в окуляр сейчас Титана. Да, а нынешняя съемка вся ради того, чтобы снять 4 галилеевых спутника Юпитера справа от Юпитера. Видно, да, что сумерки. Сейчас будем попадать. Погода позволяет, практически безветренно. Жалко, немного дымка, но она может и поможет нам увидеть полосы на Юпитере. Вон они, красавцы, в окуляр вообще прекрасно видно. Я же не вижу, что на экране видно. Окуляр — это одно. Ну, сейчас попытаюсь втиснуть все в один кадр. Хотя, конечно, Каллисто очень далеко от Юпитера. Справа. И боюсь, даже будет незаметен. А вот эти сдвоенные два спутника. Вверху Ганимед, самый крупный спутник Юпитера из 64. Ниже Европа. Европа ныне под Ганимедом. И Ио ближе всего к Юпитеру сейчас. Так вообще, наверное, будет хорошо видно. Конечно, хорошо видно. Вот Ганимед наиболее яркий, что естественно. Еще раз говорю, эта штучка, вот этот фонарь в подвале, девочка какая-то назвала в комментариях, не планеты, а фонарики в подвале. Так вот, он размером с Марс. Так, будем сейчас резкость наводить. Да, ну полос не видно. Даже несмотря на облачность, несмотря на то, что небо еще не абсолютно черное, контрастности такой нету. Ладно, сейчас попробуем другие настройки. Давай слетаем еще раз к Юпитеру. Ой, к Юпитеру, к Сатурну.
Я надеюсь, утречка снять Венеру рядом с Луной. Они будут на одной линии. Уже умирающая Луна. Месяц. Посмотрим на совсем-совсем вечерний терминатор. Если будет погодка. И рядом Венера. Так, ну, наверное, сейчас уже штативы оставлять не буду. Выпадет у нас все из кадра. Ползет. Самостоятельно. Надо чуть-чуть помочь. Ну вот он, красавец наш. Сатурн. Сатурн хорош. Что там говорить? Ну давай еще глянем на закат. И на том дубле завершим.